Президент ЧС, то сюда. Все наши вещи с постелями приехали сюда. Будем голодовать здесь. Пусть нам жилье вернут. За это приехали. Административное правонарушение за нарушение порядка, организации и проведения собраний, митинга, пикета, улицы. Они делали всем бомжи, женщины с детьми, многодетные дети, инвалиды остаются на улице. Мы не виноваты в том, что прошел по всему миру такой дефолт идет, а нас оставили за бортом. Банкам помогает, людям не помогает, простому народу никто не протянул руку. А у нас правовое государство Казахстан по всему миру видит правовым государством.